Վիվարոն սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն։ 1-4 գործակից կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարոն, խաղացեք հաճույքի համար։ Здравствуйте, мои дорогие подписчики и не только. Спасибо, во-первых, всем, кто подписывается на мой канал. Спасибо тем, кто не подписывается на мой канал, а просто слушает. Хотелось просто бы с вами поделиться на следующую тему, которая часто встречается в соцсетях. Это тема мира. Как жить после войны с соседями в мире. Я сам человек не агрессивный, я никогда ни в каких войнах не участвовал, ну, наверное, в том числе и по своей трусости. Не участвовал даже в дворовых драках в детстве. Если можно договориться, то зачем бить друг другу в морду? Ну, естественно, когда перед тобой пятикандроп, то лучше как бы его обойти и поменять тротуар. Ну, и тем более с соседями надо жить в мире. Их не выбирают, так уж получилось, так уж сложилось. Мир мне по душе, да. Но как это делать? Я знаю, что вот сейчас, вот если я выражу свое мнение, то многие мои армянские подписчики, азербайджанские подписчики будут недовольны. Это непопулярные, очевидно, вот такие вот слова будут. Но я предлагаю вам самим потом выразить свое мнение в комментах и как-то пообсуждаем, если вы с чем-то со мной не согласны. Начнем с себя, с Армении. Что надо делать Армении, чтобы жить в мире с соседями? Во-первых, надо перестать тыкать в глаза постоянно, что вот мы вот были от моря до моря, и все, что вокруг нас, это второй сорт. Я понимаю, это трудно. Это трудно, потому что это дает какую-то уверенность в будущем, что вот если вчера было хорошо, то завтра будет опять лучше. Да? Но как видите, эта схема не оправдывает себя, потому что надо жить не вчера и не завтра, а нужно жить сегодня. Вот. А что делать сегодня вот именно? Если ты сегодня из себя ничего не представляешь, то эти экскурсы в историю просто раздражают людей. Они не понимают вообще, о чем речь. Я тоже их понимаю, потому что я вот тоже раздражаюсь, и я нервничаю, когда вот таксисты говорят о том, что у них вот бизнес в Москве был, а сейчас они вот таксисты и все. Я не люблю этих вот профессоров, кандидатов наук, которые стоят на вернисаже и продают свою хрустальную посуду и ноют постоянно, что вот жизнь к ним несправедлива. Да, жизнь несправедлива, и для того, чтобы она была бы справедлива, надо просто интегрироваться в мир и быть нужным, соседям нужным, быть нужным всему миру. Вот тогда даже не надо вспоминать, что вот армяне, вот мы вот приняли первые христианство, и что бабушка, не то матушка Суворова была армянкой, уже это как бы уже будет не актуально для нас. А чем мы занимались все эти 30 лет нашей независимости? Мы активно грабили страну, эмигрировали, обманывали друг друга, культивировали генетический мусор, отправляли его в государственные институты, в учреждения, где люди получают образование, да, в армию культивировали, даже в парламент. Ну и в итоге получили то, что получили. Теперь про Азербайджан. Что касается Азербайджана, вот они хотят жить с нами в мире. Вот как вы себе представляете вот это сегодня? О каком мире может идти речь, если до сих пор Азербайджан держит наших пленных, мучает их, выкладывает все это в сеть и даже не говорит количество этих пленных? Как вы себе представляете вот открыть дорожные коммуникации, если Алиев на параде каждый раз заявляет, что Азербайджан, что вот Ереван азербайджанский город, и он обязательно туда вернется. Как вы себе представляете отношения между государством, которое героизирует убийцу Рамиля Сафарова,
Или как вот наладить отношения с руководителем государства, который на границе с Арменией и Азербайджаном срывает таблички на армянском языке, топчет их, потом опять выкладывает в сеть, да? Вот как вот дружить с людьми, которые уничтожают памятники нашей культуры на оккупированных территориях Карабаха? Более того, Алиев утверждает, что есть 30 тысяч каких-то армян, которые живут в Азербайджане. У меня такая профессия, что я, наверное, был во всех диаспорах армянских по всему миру. Я никогда не слышал про диаспору вот в Азербайджане. Да, в Азербайджан не пускают людей, которые с фамилией Наян. И неважно, они граждане там Персии или граждане Америки. А в Азербайджане вот оказалось, вот есть такая какая-то диаспора из 30 тысяч армян. Ну, я так посчитал, кто это могут быть, если он не врет, конечно, если не басит. Ну, очевидно, это бабульки какие-то, которые после 90-х остались со своими мужьями, азербайджанцами, чтобы быть со своими детьми, да. И сидят там они тише воды и ниже травы. Знаете, перечень этих вопросов я могу еще продолжить, но, к сожалению, даже на эти вопросы я не могу ответить. Когда вот отвечу вот на эти вопросы, вот тогда я и как бы задам другие вопросы. Теперь Грузия. Армения каждый раз жалуется, что грузины не поддержали нас в Карабахской войне и вообще в этом конфликте. Они постоянно были за территориальную целостность Азербайджана и насчет самоопределения нации они вообще не говорили. И как бы они предоставляли территорию Грузии для переброски значит, военной техники Турции, да, все это в виде претензий в нашем обществе всегда говорилось. Нас не поддержали. Конечно, это плохо, что нас не поддержали. Наши единственные христианские соседи, христиане, это собутыльники по вере, да, не поддержали. А вот мы когда-нибудь поддерживали Грузию в чем-то хотя бы. Мы поддержали Грузию, когда Россия отхапала у них целый кусок, Абхазию? Нет, не поддержали. А знаете почему? Потому что мы не можем говорить что-нибудь против России. Мы полностью от нее зависим. А Грузия может говорить против Турции? Против члена НАТО, который поддерживает Азербайджан? Я думаю, нет. Думаю, не может. Да. Знаете, и вообще во всей этой гомосятине, которая происходит у нас на Кавказе, скажу, что это уже давно не наше кино. Мы тут персонажи второго, третьего плана, которого даже в титрах не читают. Это базар между Турцией и Россией. Разве не так? По-моему, так. Это ж неспроста. Как говорил мой лучший друг Винни-Пух. А вы подписывайтесь на мой канал. Ваши лайки, ваши как бы, просмотры, комментарии, это все мои деньги, да. И гарантия свободы слова, гарантия моей финансовой независимости. Подпишитесь, не подпишитесь, Бог с вами. Վիվարոն սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն։ 1-4 գործակից։ Կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարոն, խաղացեք հաճույքի համար։